Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами Алена Никифорова и наши ежевечерние вязальные посиделки, которые проходят с понедельника по четверг после 19 часов по киевскому времени. Давайте сделаем кисти к нашему шарфу. Вот вы видите, у меня шарф на экране. Я еще не заправляла нитки. Это у меня один конец. Здесь у меня будет одна кисть. А второй конец у меня вот такой. Здесь у меня будет две кисти. Все три кисти у меня будут желтого цвета. И когда вы делаете кисти, которых на изделии несколько, то нужно стараться сделать так, чтобы кисти, все кисти были одинаковыми. Для этого я обычно пользуюсь какими-либо сподручными материалами. И, например, можно взять блокнот, какой-то еженедельник, блокнот, книжечку или что-нибудь еще. Например, вот у меня тоже там на столе лежала коробочка от лекарств, от мази. Можно использовать и ее. Все важно, чтобы был нужный размер длины вашей кисти. И я думаю, что под этот шарф вот такая длина кисти меня вполне устраивает. То есть я хочу, чтобы кисть была довольно длинная. И после этого я беру пряжу, с которой я буду делать, и начинаю наматывать. Таким образом прижимаю ниточку пальчиком и считаю обороты вокруг своей книжки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И смотрю, может быть, хватит. Но вроде бы как и не очень-то хватит. Делаю дальше. 16, 17, 18, 19, 20. Так? Думаю, что мне будет достаточно. Обрезаю нить. Это я подготовила для кисти завязочку. Теперь я снимаю с блокнота заготовку для кисти. И вот что у меня получается. Какая у меня кисть? Это будет ее крепление. Захватываю вот так вот ладошкой. У меня получается здесь колечко. И вставляю сюда вот эту завязку. И завязываю. Раз. Нет, достаточно одного раза. Вот что у меня получается. А теперь мне нужно как бы закрепить, сделать верхушку кисти. Я беру следующую ниточку и делаю вот такую длинную, как кисть, да? Завязываю. Один и два. Теперь кончик этой ниточки прикладываю к кисти, она у меня пойдет в кисть. А ту часть, которая у меня от клубочка, я начинаю вот так вот обматывать вокруг своей кисти. Тоже можно посчитать, сколько раз. А сколько раз вы решаете сами, чтобы у вас красиво была зафиксирована вот эта часть. Таким образом. Теперь я делаю вот такую петельку, вот такую, иду в обратную сторону, так, ниточку обрезаю, протягиваю ее в это колечко, так, и петли уловителем протягиваю остаток нити середину кисти. Вот таким образом у меня получилась первая кисть. Мне кажется, что вполне достаточно. Теперь мне нужно разрезать нижнюю часть кисти и подровнять. И вот у меня первая кисть готова.
Вот такая красота. Теперь я ее креплю к своему шарфу. У меня здесь были накиды. Да? Я вот эти части вставляю в один накид. И с этой стороны можно тоже помочь себе петлей-уловителем. Я привяжу кисть, сделаю узел на изнанке, но так, чтобы у меня вот эти кончики немножечко вот так свисали. Вот. И по лицу у меня получается вот такая кисточка. Одна, и я сделаю еще таких две. И вот у меня получилось, смотрите, три абсолютно одинаковых кисти. Мне осталось только прикрепить вот эти две кисточки, прикрепить на противоположный конец шарфа. И есть еще один простой способ, как сделать кисть. Для этого нужно точно так же на блокнот, на какую-то книжечку накрутить необходимое количество витков пряжи, затем снять, и у вас получится вот такое колечко, петелька, и ничего не нужно завязывать, а просто петлей-уловителем или крючком, или чем угодно, чем вам удобно, тянуть это колечко в полотно. Можно сделать очень простой способ, есть такой, просто вот так вот обвить ниточкой, потому что кисть сама по себе, уже много у нее здесь витков пряжи, она довольно толстая. Это нелегко. Можно вот так захватить ее ниточкой, любой другой, вспомогательной, и втянуть в полотно, в которое вы хотите ставить эту кисть. И вот так за эту ниточку затянуть саму кисть в отверстие на полотне. Эту дополнительную ниточку затем вы убираете, и в образовавшееся колечко протягиваете вашу кисть. Хорошо бы разровнять. И затягиваете. Если с первого раза не получилось ровно, то можно еще раз поддеть, ниточки подтянуть, разровнять, затянуть еще раз. И в результате вот такие получаются у вас кисти. Выбирайте тот способ, который вам больше нравится, который более подходящий именно для вашего изделия. И я желаю вам легких петелек. До встречи на прямых эфирах, которые проходят с понедельника по четверг по киевскому времени. Ну а на сегодня всем пока. Искренне ваша Алена Никифорова.